Привет, друзья! Возможно, вы меня не узнали, но это я. Мы приехали на производственное объединение «Маяк». Смотрите, какие мы красивые. И мы находимся сейчас на заводе радиоактивных изотопов. Это ваш дозиметр, с которым вы будете ходить в процессе нашей знакомительной экскурсии. Дозиметр уже сброшен, выставлен на ноль. То есть ничего не надо нажимать? Нет, он прямо показывающий, то есть показывает фон и дозу, которую вы набрали в течение нашей прогулки. Роман, а еще скажите, вот зачем нужны вот такие установки? Это установки, то есть у нас по цеху имеются установки для контроля уровня радиоактивного загрязнения поверхностей, то есть это основные руки и ботинки. А, да, вот как раз девушки идут. А можно мы вас поснимаем? Покажите, пожалуйста, как это работает. Вот барышни собрались на обед и как раз сейчас проверяют уровень радиоактивного загрязнения ног и рук. А, то есть тут кнопочки, да, зеленые чисто? Ну, все логично. У вас бывало, чтобы красный загорался? Ну, нет. Не было? Такие красивые виды из окон. Сосенки. Да, у нас... Нам повезло, завод располагается практически в лесу. «Маяк» является одним из мировых лидеров по производству источников ионизирующего излучения промышленного назначения. Продукция «Маяка» составляет более 50% от общего объема изотопной продукции, выпускаемой в России. Это 30% мирового производства. Основная часть изделий поставляется на экспорт. Номенклатура состоит из более 300 типов источников и препаратов различных радионуклидов на основе изотопов кобальт-60, иридий-192, цезий-137 и других. «Маяк» оказывает комплексную услугу по приему отработавших назначенный срок службы радионуклидных источников и перезарядке радиационной техники. Говорят, в этом фонтанчике самая вкусная вода. Попробуйте. Снимайте пробу. Нет. Вкусно очень. На самом деле вода как вода, обычная. Утоляет жажду. У нас тут уже целая бригада, нас становится все больше и больше. Ходим, собираем начальников. Ух ты. Ну вот мы с вами прибыли на одну из технологических цепочек цеха. Эта цепочка специализируется на выпуске источников на основе кобальта-60, который в дальнейшем эксплуатируется в различных отраслях промышленности, медицины. Ну вот какие конкретные примеры? ПЭТ-томографов, да, используются? Вы слышали, стерилизация медицинских препаратов, стерилизация шприцев, плюс обеззараживание сточных вод, обеззараживание просто воды. Всего на этой цепочке находится 6 горячих камер. В каждой камере происходит определенный процесс. Например, вот здесь герметизация. Дальше проверка на радиоактивное загрязнение, проверка на активность, герметичность и проверка внешнего вида источника. Наработка кобальта – это же очень длительный процесс. Вот эти вот заготовочки и блоки загружают и облучают, ну, где-то года 3, да? Да, 2 с лишним. 2-3 года. Потом к нам снова привозят, их уже тогда комплектуют вот в эти трубочки. Все вот делают вот такими металлическими ручками. Которые называются манипуляторы. Манипуляторы, да. Сейчас мы с вами показываем вам процесс герметизации источники ГИКа-6. Как раз тех источников, которые мы вам вот сейчас демонстрировали. Вот они лежат на столе. Сейчас как крышечка будет вставлена, ее надо заплавить. Она уже запрессована. Ну да, я просто не буду ее прессовать. Она там запрессована. И она запрессована, и вот это место надо расплавить, чтобы она больше не снималась. Это называется герметизация. Да. Источник должен быть герметичным.
Серега, ты знал, что горячие камеры рассчитаны на работу с источниками суммарной активностью 50 тысяч кюри? Нет. Будь знать. Автомат с игрушками из супермаркета, да? Есть некоторые сходства. Ну, есть, только разница в чем. В супермаркете игрушку вы можете не поймать, а мы обязаны источник постоянно держать, фиксировать в манипуляторе, иначе мы получим брак. А брак недопустим, мы с этим боремся. А, мы идем в водное хранилище цепочки номер 2. А надо вот здесь вот ноги промочить, да? Нет. Это что? Это свечение Вавилова-Черенкова? Да, это оно и есть. Так красиво, слушайте. Это водное хранилище, так называемый бассейн, где проходит временное хранение источники на межоперационном хранении. То есть все операции не выполняются за одну смену, мы понимаем с вами. Выполнив какую-то из операций технологических, источники опускаются в бассейн и ждут своей очереди до следующей операции. Из последней камеры сюда поступают источники? Из крайней камеры источники поступают в бассейн или из бассейна в камеру в соответствии... Вот вам товарищ... А, вот там вот через то отверстие. Вот тележка стоит. Вот сейчас он стаканчик с источниками ставит на тележку наклонного транспортера. Цепной привод, штурвал в операторской, штурвал вращается, тележка поднимается, корзина поднимается в камеру. Ну что, Маргарита, все? Все? Класс. Спасибо, что показали водное хранилище. То есть мы ножки помыли, да, пошли дальше, да? Зашли, ножки протерли. И с чистой совестью, и с чистыми ногами выходим в операторское помещение. Ой, там уже, вот там уже 002. Но это тоже норма. Это в десятки раз меньше нормы. Идем в отдел комплектации продукции. А, это вот уже он, да? Быстро мы сюда пришли. И вот тут разные почники. Давайте, чтобы было более наглядно, вот есть вот такие контейнеры, это тоже контейнеры, да, вот это контейнеры большие, они под источники кобальта и цезия, вот это вот уже, это охранная тара. Источник, да, загружается, да, вот в эту дырку? Да, да. И закрывается вот сверху вот этой крышкой? Этой крышечкой. А, ну, то есть это специально, вот это все, это же не полое? Это не полое. Это защита поло, такого, это там, вот, да, такой, такой толщины? Защита, да, там внутри защита из парафина. После того, как источники были проданы, они должны нам, ну, потребитель нам должен вернуть охранную тару. Соответственно, мы ее проверяем. Опять же, смотрим, нет ли каких-то дефектов в ней. Готовим опять под загрузку. И опять идет тот же круговорот, да. Но вот эти все контейнеры, которые здесь, они ждут загрузки, ждут отправки заказчикам, да? Ну да, да, можно сказать, что это такой контейнерный парк здесь у нас. Вот контейнеры перемещаются с помощью крана. Идем, да, снимать красивые картинки с высоты. Я все, я аккуратненько. Поехали. Так, сейчас мы возьмем вот эту вот огромную охранную тару, которая весит 4,5 тонны. Внутри нее находится контейнер с источником. И мы будем перетаскивать его в склад готовый, на склад готовой продукции. Чувствую, сейчас будет толчок. Серега, держись. Так. Все. Вот так вот переместили контейнер.
Ну что, друзья, сегодня мы побывали на цепочке изготовления радиоактивных источников на основе кобальта-60, а также узнали, как они транспортируются, как отправляются. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Вам спасибо. Было очень интересно. Надеемся приехать к вам вновь. Приезжайте.